Несмотря на то, что 2020 год для Новополоцка начался благоприятно, в первой неделе января не зафиксировано серьезных ДТП или травмирования участников дорожного движения. За прошедшие сутки в Новополоцке совершено сразу 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Последние получили травмы различной степени тяжести. ГАИ призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, а пешеходам напоминает, что выходить на проезжую часть нужно только тогда, когда вы лично убедились в том, что вас пропускают. Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов стали самыми частыми для Новополоцка в 2019 году. Так, из 23 ДТП, совершенных в 2019, в Новополоцке 17 с участием пешеходов. 13 из них совершены на нерегулируемых пешеходных переходах, 4 при пересечении проезжей части в неустановленном месте. В результате происшествий на дороге в 2019 году 26 человек получили травмы и 3 погибли. Правоохранители призывают пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях, несмотря на то, кто прав, а кто виноват, травмы всегда получает пешеход. Берегите себя и будьте предельно внимательны на дороге.